Ну что, друзья, такой трагедии точно никто не ожидал. Оставайтесь с нами, смотрите на нашем канале интересные новости раньше других, друзья. Спасибо вам за то, что вы с нами. Вчера в 10 часов вечера бригада скорой помощи прямо от дома забрала в больницу известного российского телеведущего Александра Гордона. Вышла очень смешная и печальная ситуация. Телеведущий возвращался домой из магазина с большими пакетами и не заметил, как возле подъезда он оступился, канализационный люк, крышки люка отсутствовала. На данный момент телеведущий находится в больнице с телесными повреждениями. Оказывается, бригаду скорой помощи вызвали прохожие. Более подробная информация появится уже в завтрашнем выпуске, друзья. Давайте подпишемся на наш канал и будем следить за нашими новостями. Ведь кроме нас вам об этом никто не расскажет. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите.